Всем привет! Меня зовут Мария Другова. Я артистка ансамбля «Танцы Сибири». И сегодня я вам хочу рассказать о своих приемах, которые мне помогают как практику в исполнении трюка «Поджатый в повороте». Это препарасьон. Ведь как вы начнете свой трюк, так он у вас и пойдет. Есть много вариантов использования разных подготовок, но я использую препарасьон пируэт по шестой позиции. Для меня очень важно именно двумя стопами почувствовать пол под собой и одновременно с равным усилием оттолкнуться двумя ногами от пола. Второе, для меня очень важно с каждым прыжком почувствовать свои пятки под ягодицами, то есть на каждом прыжке я должна ударить пятками о ягодицы, как бы подстегивая себя на прыжок. Третье – это уровень точки. Точку нужно брать прямо на уровне глаз, либо чуть ниже, но ни в коем случае не выше. Если вы возьмете точку чуть выше уровня взгляда, то у вас пойдет подбородок наверх, от этого пойдет голова наверх, сместится ось вращения, будет завал назад и вас понесет назад. И с этого положения нам уже будет очень сложно выровняться, практически даже невозможно. И четвертое, очень важное. Всегда улыбайтесь. Ведь улыбка – это главное оружие артиста. Делайте это легко и непринужденно. Я надеюсь, что я была вам полезна. Всем пока!